В Беларуси прошла общереспубликанская акция «Единый день занятости». Лидский район тоже присоединился к ней. Предложение Управления по труду, занятости и социальной защите Лидского райисполкома принять участие в «Едином дне занятости» поддержали более 20 нанимателей нашего региона, имеющих вакансии. Это были промышленные предприятия, строительные, торговые и сельскохозяйственные организации. К примеру, предложили рабочие места «Лакокраска», «Лида Агропроммаш», строительно-монтажный трест номер 19, торгово-производственная фирма «Лида», сельхозпредприятие «Можайково». Мы пригласили более 20 нанимателей, тех, которые больше всего подавали вакансии в службу занятости. Кроме того, пришли еще наниматели, которые самостоятельно откликнулись на наше объявление для того, чтобы подыскать себе кандидатуру для трудоустройства. В основном это предприятия крупные, скажем так, нашего Лидского района, которым требуются для трудоустройства рабочие специальности. В данном случае все организации, которые пришли, предлагают более 500 рабочих мест. В поисках работы «Единый день занятости» посетили 115 человек. Они были ознакомлены с вакансиями, условиями труда и получили консультации по интересующим их вопросам как у нанимателей, так и у специалистов Управления по труду, занятости и социальной защите. За 3 часа работы «Единого дня занятости» порядка 30 жителей нашего региона заинтересовались предложенными вакансиями по трудоустройству. Мероприятие очень значимое для района. Мы проводили ярмарки вакансий, но они более такого, скажем так, местного масштаба, либо отраслевой направленности, либо конкретный день предприятия. Здесь мы собрали уже предприятия разных отраслей, разных направлений, то есть у соискателей есть возможность выбрать то рабочее место, которое больше им подходит по разным условиям.